Парковки с розетками вместо бензиновых, заправки от сети. На улицах российских городов скоро появится новый вид такси. Для этого будут использовать электромобили. Такой проект Минтранс страны намерен запустить в пилотном режиме сразу в нескольких регионах. В эксперимент вошел и Северо-Кавказский федеральный округ. Уже весной следующего года вывести на линию электромобили в Кисловодске планируют власти Ставропольского края. Довольно большая партия, 100 машин уже заказана. Интерес к проекту проявили и энергетики. Для них это возможность развития нового бизнеса – заправок. Представители отрасли разработали свою федеральную программу по развитию зарядной инфраструктуры. Эксперимент Минтранса по использованию электромобилей стартует в рамках совместного проекта с ООН по сокращению парниковых газов. Субсидии из регионального бюджета на проект составят 350 миллионов рублей. То есть на каждый автомобиль частная компания при его покупке получит компенсацию в 350 тысяч, сообщают в пресс-службе федерального министерства.